Всем привет, с вами Жожа Касавчик, и сегодня с утра делал челлендж, который начал Андрей Басынин, поддержал его Володя Скуинж. Суть челленджа такова: вы берете штангу и 20 минут, не опуская ее на землю, делаете различные упражнения. Фух, ну первые 10 минут кажется, что было легко, дальше становится тяжелее, ну а последние 5 минут тут уже на морально-волевых, хочу-не хочу, просто чтобы не отпускать. Вот, вес штанги у меня был 25 килограмм. Ну а дальше видео, небольшая нарезочка тех упражнений, которые я с помощью нее делал. Всем хорошего дня, спасибо за внимание. Ос!